6 уже нигде ничего не найдешь поесть. Да, вот везде очереди в ресторанах. Это все занято. Официанты недовольные, блин, какие-то. Хотели в грузинскую кухню. С такие физиономии, что как будто они нам одолжение делают какое-то. Кошмар. Ну, короче, ходим по Ялте, вот 8:30 вечера мы не можем найти свободных мест. Нет вообще нигде в кафешке. Заказать пиццу надо. Все сидят, все забито. На дом пиццу заказать. Угу. Вот пиццерия. Вот столик есть. Зайдем? Пошли. Идем. Мама Сита. Ну, заходи. Она нас служит, а то она нас, наверное, не заметила. Не знаю. Ходит, да? Ходит официант. Ходит, бегает кто-то там. Я просто подошел меню посмотреть. Ага. Смотрю, она подошла такая, поздоровалась и ушла. Хочется на улице, да? Ну тут нормально. Там это самое жарко, я думаю. Салатки. Рыба. Рыба. Грабуля. Видишь, она на три части. Одна часть такая, одна такая. Давай. Прошу тоже. Что там роешься? А, салфетки. Пересели мы на другое место. Такой видон у нас. На свежем воздухе. Классно. Можно подольше посидеть. Вкусное. А, это, короче, как она там называлась? Моцарелла. Не, не моцарелла, а этот... Не-не-не, как он там? Салат такой есть. Моцарелла. Моцарелла. Ладно, мы забыли, как называется пицца, но вкусная, короче. Ну, очень вкусно. Да. Очень вкусно. 4 надо. Завтра посетим, да, этот ресторан японский. Ага. Там вроде не настолько дорого, как мы думали. Да? Ну да. И, в принципе, можно что-нибудь вкусное, интересное съесть.